футбол и политика, наверное, вместе, ну, во всяком случае, мое мнение, не по пути, потому что, да, футбол — это праздник для людей, для народа, это в первую очередь. И здесь будет самое главное для болельщиков трофей и, да, это эмоции положительные, потому что, может быть, вы где-то правы своим вопросом, то, что сейчас в Украине из-за того, что там на Востоке идет война, люди без эмоций, то есть, да, все таки, в общем, разруха там, да, и радости мало. Вот. И, возможно, если мы завтра победим, мы доставим хоть капельку радости этим людям, и вот только этого. А политика здесь ни при чем.